Ну вот отдельные куски яшмы встречаются. Вот это не такая симпатичная. Здесь ярко-красная. Да, ну ладно. Поедем дальше. Да, ничего стоящего найти не удалось. Пока поедем на Барские ямы. Село Плевакинск. Вот из-за домов выглядывает еще один храм. Храм был построен в 1873 году. Начало восстановления храма 2017. 19-й. Ну, лет 30 будут восстанавливать. Вон там все заросло уже травой. Восстанавливать надо, а не новые храмы делать. Давно я уж не был тут. Пару лет точно, наверное. Серия ям барских ямами названа. Вероятнее всего потому, что тут были работы и казенные, и частные барские. Вот от того барские ямы, вероятнее, и получилось название. Вот это одна из ям барских. Ну, что-то тут булькается. Лягушки, наверное. Вот какой объем работ. Горновой камень добывали для доменных печей. Огнеупорный камень. Для Лопаевских, Режевского завода, Невьянских заводов. Точильный камень, флюсовый камень там. Ну, в общем, вот. Вот одна из ям. Ух ты, а здесь сыро. Здесь сыро. На улице 30, а здесь от воды прохладно. Вот здесь заросло все уже в воде. Ну вот, попроведали одну яму. Пойдем к другой. Более интересной. Там кварцевая жила. Выходит, в этой кварцевой жиле, если повезет, можно будет увидеть крокоид. Голенит. Пожалуй, самое интересное. Эти жилы мало, слабо золотоносные, короче. Ничего другого.
этого презренного металла даже искать не найти. Ну, посмотрим, что там есть. Ну, вот это другая яма. Более интересно в минералогическом отношении. Вау! Вот что значит давно не был. Даже дерево слетело. Ну, там можно копаться. Хрусталики. Такое прочее. На барских ямах я одну камеру загубил. Смотрел не туда, куда надо. И сыграл вместе с ней. Жаль, хорошенький панасоник был. Люди тут уже занимались чем-то. Наломали всякого хлама. Ну вот жила кварцевая. Кварцевая жила. Интересный кварц здесь. Если есть кристаллики, редко пучком в одну сторону. Все в разные стороны разбегаются. Небольшая щетка кварцевая. Вот тоже кварц. Кварц со всякими кавернами. Вот маленькие кристаллы. Вот это да. Не был пару лет, снесли. Снесли с крокоидом. Кварец. Нормалек. Цель-то поездки была показать эту жилу. Когда я уходил от нее, там в жиле голенит и крокоид был. Виден прямо вот так вот. Ну что ж, ладно. Вот маленькие кристаллики. Но здесь больших-то я и не встречал в этой жилке. Вот она. Вот кварц. Кварцевая жила. Вон, видите, там животки. Опа. Животки там с небольшим кварцем. Там может быть вот с таких вот крокоид. Это песчаник такой. Вот это лежачий бок жилы. Вот этот. Лежит она на нем. А это вот здесь вот висячий. Вот он, кварц здесь такой шестоватый. Вроде как неинтересный, но... Да, кто-то разлегся.
принципе, можно... Сейчас я так и сделаю, наверное. Жилёху сфотографирую, и у меня где-то был кадр этой жилы несколько лет назад. Оно, конечно, дело неблагодарное, вот в Алых Рыцах, но ребята тут по-взрослому поработали. Вот что осталось от этой жилы. Вот тоже примазки крокоита. Небольшой кристаллик крокоита. Самый большой кристалл в жиле оставался, когда я ходил, где-то 2,5 сантиметра был. Но его нельзя было брать, иначе он разрушился бы все равно по-любому. Угу. Вот тоже поблескивает. Видно, не видно. Галенитик. В таких же утках бывает. Кварцевых крокоид сидит. Здесь крокоид на белом, так интересно смотреть. Не то, что там на Первомайском, Зверевском месторождении. Там крокоида полно, но он не такой. Здесь более редкий, поэтому, наверное, потому... Вау! Намочу. Да, вот примазки крокоита и галенит, кварц сидят. Вот тоже крокоитик сидит. Вот. Крок. Видите? А здесь примазочки такие. Вау. Ну это зря ребята с собой не взяли. Пробросили, наверное. Тоже четко видно. Крокоид, галенит. Хороший образец. Вот это заберу. Вот булдыган лежит. То же самое примазки крокоита, галенит. Здесь кварц. Ой. Вон там вот еще, по-моему, крокоидик. Показалось, что ли? Да вроде нет, ну-ка. Уже в глазах мерещится, значит. А тоже крокоид сидит.
гнездышки. Пойдем посмотрим, что-то там дерево повалило. Пишут, что неудобная здесь работа была. В том смысле, что порох редко применяли. Приходилось все вручную. Там слоями такими волнистыми вот этот вот камень шел. Навалило. Зачем? Ну, ясно это. Кто-то здесь постарался, похоже. Вот сидят кварчики. Вот какой симпатюлька попался. Здесь кристаллы, сросток лежат. А здесь вот они какие плоские. Отсюда, наверное, видно даже кристаллы кварца. Уплощенные. Вымоем дома. Лежит. Вот кристаллик попался. У тебя один уста только. Thank you.